Всем привет, друзья. Много работы, но тем не менее люди звонят, просят, ну не просят, а много вопросов по поводу, как мы объединяем, когда мы объединяем шестирамочники в зиму. Вернее, не шестирамочники, а вот трехрамочники. Слав, покажи. Трехрамочники. Поэтому работы нет, как бы времени нет, но я быстренько вам покажу и расскажу. Заодно мы ставим полоски от клеща и сразу же ставим кормушки для сиропчика. Сегодня мы это все сделаем, а завтра уже я разолью сиропчика. Что мы делаем? Смотрите, как все происходит. Просто там многие звонят, спрашивают, и реально просто одни и те же вопросы, и ну, нет времени всем так на телефонные звонки отвечать. Поэтому вот мы уже начали делать. Что мы делаем? Вот два отделения. В одном из отделений мы неделю назад, а если быть точным, прошлый вторник, отобрали матку. В одном отделении есть матка, в одном отделении нету матки. Я ничего не делаю, просто беру вот так. Я просто показываю, что мы делаем. Просто берем, как я объединяю в зиму трехрамочники. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Мы просто забираем перегородочку, счищаем вот этот воск, который нам пойдет в запасы на перетопочку. В одном отделении, напомню, есть матка, в одну матку мы забрали. Вот видите, тут маточка. По-моему, нету в этом отделении. В принципе, я пересматриваю, потому что мне нужно понимать состояние семьи. В этом отделении вот есть матка. Я ничего не смотрю, не ищу, не поливаю их ничем. Просто проверяю. Оно сразу, когда поднимаешь улей, в принципе, медочек есть. Расплод есть, матка есть. Смотрите, получается у нас в зиму есть одна рамочка полномедовая, вторая рамочка полномедовая. С этого отделения маломедочка. Ну а здесь расплодик. Получается у нас две полноценных рамки полномедовые. Тут маломедочки и расплодик. Мы это все вытягиваем перегородку. Вот так и объединяем. Теперь мы ставим полоски сразу же. Полосочки. Кстати, я назову, какие полоски мы ставим. Почему я назову? Это не реклама полосок. Просто снова ж таки. Многие звонят, спрашивают, чем мы обрабатываем пчел. Пчел мы ставим уже четвертый год подряд полоски Варостоп. Почему четвертый год? Потому что нам эти полоски подошли, нам они нравятся. С клещом проблем у нас нет. Кто-то скажет, что надо действующее вещество менять. Это так, но я скажу, что Варостоп тут флуметрин, поэтому привыкания, резистентности и так дальше нету. Это наше субъективное мнение, мы никому не навязываем его. Поэтому 4 года мы полоски ставим, и проблем с клещом у нас нет. Да, они подороже, чем обычные полоски. Но, тем не менее, мы не экспериментируем. Ну и ставим кормушечку. Вот такую кормушечку ставим. И закрываем. И завтра у нас будет сюда заливаться сиропчик. Вот и все объединение. Маток мы матку не ищем. Я не переживаю, что там матку убьют, потому что пчелы в одном из отделений матка забрана уже давно. Пчелы давным-давно осиротели. И так как они по сути все равно в одном улье, они уже как бы более привыкшие. Ну, мы так объединяем не первый год, и проблем у нас с этим нету никаких. Вот и все. То есть объединили. Матку забрали, объединили и дальше. Можем пойти, пошли слайки еще дальше, покажем дальше. Покажем состояние.
состояние наших пчел. Вот получается у нас такая же самая ситуация. В одном из отделений матка была забрана. В одном отделении матка есть. Мы просто берем. Ничего не ищем, ни маток, ничего. По весу, вот, я по весу слышу, сколько тут килограмм. Ну, как бы, мне уже по весу понятно, что много сиропа, закармливать сиропом их не нужно. То есть, максимум, что я им дам, это два раза по 3 литра. То есть, 6 литров, потому что тут меда хватит. В принципе, я сейчас вам покажу. Вот так. Раз. Покажу вам по количеству меда. Вот это и все объединение у нас. Так, вот медочек. Ну, это такая свеженькая маломедочка. Вот медочек. Не знаю, видно вам, не видно. Ну, тем не менее, нам особо некогда времени снимать видео, потому что вот медочек и вот тут засевчик с этой стороны. Переходим на второе отделение. Тут вот такая ситуация. Можно маточники убрать там, где мы матку забирали. Можно не убирать. Вот медочек. Ну, в принципе, меда достаточно. Можно даже пчел и не кормить. Но мы все равно дадим сиропчика, потому что еще целый сентябрь впереди. И вот медочек. Вот и все. Вот это такое объединение у нас происходит. Вернее, вот так. Пчелы сами сейчас еще... Вот это мы убираем, чтобы кормушечку поставить. Все. Ставим полосочку теперь. Ну, в принципе, все по одной системе. Схеме, системе. Полосочку. Полосочку. Ого, что-то не прикреплю полосочку. И пленочку сверху. И кормушечку. И кормушку. В принципе, вот это и все. Что еще хотела сказать? Друзья, читаю, когда я показываю свои ролики, знаете, такое впечатление, что не нужно вам никогда никому ничего показывать. Вот я смотрю, что многие пчеловоды, большие, крупные, они ничего практически не показывают. Покажи сынульку моего. Помощник. Помощник. Сына, привет, ты мой помощник? Так вот, друзья, снимаешь для вас видео, и начинается вот эта критика. Тут то не так, тут то это не так. Какие-то пишут комментарии, пишут, я пчеловодством занимаюсь не так давно, и начинает как бы меня учить. Ну, что ты меня учишь? Ты сам поучись сначала, а потом учи других. Я делаю так, как у меня на пасеке. Я не учу, я просто показываю. И люди, которые у меня спрашивают, просят консультации или еще что-то, мы им это рассказываем, показываем. Я как почитал комментарии, то как такая семья может то-то, это, то, ну, короче, просто жесть. Поэтому все эти видео, кто-то говорит, это реклама шестирамочников, кто-то еще что-то. Пускай это будет реклама, мы от этого не стыдимся, мы от этого не прячем. Да, это реклама. 10 раз скажу, да, это реклама. Но это реклама хорошая, улей, нам нравится. Посмотрите вокруг. Тачок, на котором мы зарабатываем деньги. И не просто так играемся, чтобы вам показать. Если оно работает, то оно работает. И все это мы показываем, чтобы поделиться с теми людьми, кому это нужно.
Если вам это не нужно, не надо писать всякую ересь, там комментарии дебильные. Я их назову дебильными, потому что как начнут это расписывать разную хрень. Не нравится, не смотрите, нравится. Кому это будет полезно, те, кто спрашивает, для этих людей мы эти видео снимаем. Поэтому сейчас я вам показал, как мы объединяем шестирамочники, не для того, чтобы прорекламировать шестирамочники, а для того, что снимаем этот ролик, чтобы вот эти куча звонков, просто это куча звонков, это не один, не два, это десятки, а то и сотни звонков, которые одни и те же. Как ты объединяешь шестирамочники, какие полоски ты ставишь и так дальше. Поэтому это видео для этих людей, которые все спрашивают. Все, пошли мы работать дальше, потому что у нас целые ряды, нужно поставить полосочки, объединить, а завтра заливать их сиропчиком. Все, желаю всем удачи, с вами был Иван Фабро, Славен на заднем плане, сынок он мой помощник. Сына, ты помощник? Все, до новых встреч, желаю всем хорошего закорма, смерть клещам и удачи. Пока!